Под руководством уважаемого президента наше независимое, нейтральное туркменское государство день ото дня развивается, процветает. Неуклонно повышается социально-бытовой уровень нашего народа. Для обеспечения благополучной, счастливой и мирной жизни туркменского народа притворяется в жизнь масштабная работа. В рамках осуществляемых работ уважаемый президент особое внимание уделяет развитию древнего искусства ковроткачества. Изысканные туркменские ковры – гордость нашего народа, родного отечества. Ковер – это символ нашего духовного мира, образ родной природы, сотканные в орнаментах и узорах. Уважаемый президент поднял на мировой уровень изысканное искусство ковроткачества наших девушек и женщин, способных отразить в гармоничном сочетании радужных цветов наш прекрасный мир, счастливую жизнь, гуманистические принципы, ориентированные на светлое будущее. В эпоху могущества и счастья, в целях создания благоприятных условий для сокровищниц нашей страны, обеспечения населения качественной продукции, акционерное общество открытого типа Абадан-Халы удовлетворяет возросшие требования населения к коврам и ковровым изделиям. Техническое оборудование, функционирующее на ковровом предприятии акционерного общества открытого типа Абадан-Халы, полностью соответствует требованиям современного времени. Ковровое предприятие обеспечено высококачественным оборудованием от известных мировых компаний, таких стран, как Бельгия, Германия, Франция, Италия, посредством которых производятся ковровые нити, необходимые для создания ковровых полотен. Мощность цеха предприятия по производству полипропиленовой пряжи составляет несколько тонн продукции ежедневно. На нефтехимических предприятиях страны производится достаточный объем полипропилена, чтобы полностью обеспечить ковровые предприятия страны. В этом цехе при помощи современного оборудования изготавливается пряжа. Здесь гранулы полипропилена превращаются в пряжу при помощи высокого теплового давления. Они наматываются на бобины весом 4,5 килограмма. За час наматывается 120 таких бобин. Производство в стране пряжи из полипропилена значительно уменьшает себестоимость продукции, что обуславливает для населения доступность цен на ковры. В акционерном обществе открытого типа Абадан-Халы трудом опытных специалистов создаются уникальные образцы туркменских ковров, выполненные в соответствии с прекраснейшими образцами этого замечательного искусства. Дружный коллектив предприятия, введенного в строй благодаря уважаемому президенту, нацелен на достижение высоких трудовых показателей. Под мудрым руководством лидера нации в стране оказывается широкая поддержка отечественному предпринимательству. В ткацком цехе установлено современное автоматизированное оборудование, позволяющее производить тысячи квадратных метров ковров и ковровых изделий в год. Внедрение самых последних научных разработок и инноваций, использование экологически чистых технологий и экономически эффективного оборудования – сегодня становится важнейшим условием производства конкурентоспособной продукции. В ткацком цеху действуют три производственные линии. Договоры на обеспечение коврового производства высокими технологиями стали результатом партнерских связей туркменских предпринимателей. Установленные здесь технологии способны производить из синтетического волокна качественные ковры, пользующиеся большим спросом на потребительском рынке. На этом оборудовании производятся ковры различной формы, расцветки, даже с любым изображением. Это обуславливает высокий на них спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В цехе готовой продукции изготовленные ковры очищаются, удаляются излишки пряжи. Здесь применены технологии из Турецкой Республики. При их помощи ковры очищаются от пыли, сушатся, их края выравниваются, приподнимается их ворс. Здесь же ставится печать предприятия, затем ковры сворачиваются и упаковываются. На упаковку пришивается дизайн ковра, который был изготовлен по заказу потребителя. В эпоху могущества и счастья в результате успешно проводимой уважаемым президентом политики по охране и обогащению национального наследия государством оказывается огромная поддержка для развития ковровой отрасли нашей страны. Это в первую очередь искусство создания ковров ручной работы, которое являлось исконным ремеслом туркменского народа, берущим свое начало из глубины тысячелетий. В акционерном обществе открытого типа Абадан-Халы имеются все возможности для производства высококачественных ковров и ковровых изделий, пользующихся огромным потребительским спросом как у жителей нашей страны, так и за рубежом. Продукция этого предприятия является главным украшением домов туркменистанцев. Здесь создаются ковры и ковровые изделия, в которых ярко отражены национальные орнаменты, богатая флора и фауна нашей страны. Ковры ткутся из экологически чистого сырья, поэтому желающих приобрести эти ковры всегда достаточно. Производимая здесь продукция отправляется на экспорт в соседние страны. В музее, открывшемся на первом этаже административного здания акционерного общества открытого типа, можно посмотреть поступающие на предприятие сырье, белый полипропилен, разноцветные сухие красильные гранулы, а также акриловое волокно и другие вспомогательные средства, готовые к использованию ковровые волокна и различные ковровые изделия. Кроме этого, здесь находится компьютерный зал, где при помощи специальных программ можно самостоятельно разработать дизайн будущей продукции,
Получить необходимую информацию о ковровом производстве. В книгах уважаемого президента «Живая легенда» и «Красота небесная» красной нитью проходят мысли о бережном сохранении древнего искусства ковроткачества. Ныне, в эпоху могущества и счастья, искусство ручного ковроделия, соединившего в себе богатые традиции национального наследия и современные технологии, наполняется новым содержанием. Туркменское национальное искусство ковроткачества вошло в репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.